Всем привет! Сегодня мы будем делать с вами вот такую смешную чайку. Итак, давайте приступим. Для этого нам понадобятся шары для моделирования. Одна штука 360. Если нет, можно использовать 260 белого цвета. И одна штука 160 красного цвета. Также ножницы, маркер красный и черный, и насос. Берем 360, отрезаем на конце на 8 сантиметров. Этот кончик мы надуваем. Сдуваем воздух, пока у нас не появится клювик и нужная нам форма головы. Завязываем хвостик. Головка готова. Теперь берем остаток шара, завязываем на конце хвост и надуваем. Надули полностью. Теперь сдуваем воздух. На конце оставляем хвостик на 3 пальчика. Завязываем узелок. Отрезаем хвостик. Теперь отмеряем пузырек на 12 пальчиков. Перекрутили. Это у нас будет одно крыло. Теперь следующий пузырек на 8. Перекрутили и перекручиваем в ушко. Перекрутили. Остается у нас второе крыло. Смотрим, чтобы по размеру было одинаковое. Завязываем узелочек и лишнее отрезаем. Здесь мы можем придать форму крылышкам. Теперь берем головку и нашим хвостиком просто обматываем вокруг крыльев. Вот так. Остается сделать нам ножки. Берем 160, слаживаем пополам и разрезаем. Берем одну половинку, надуваем шар. Надуваем его полностью. На конце зажимаем пузыречек где-то на 2-3 пальчика и при этом выпускаем воздух с оставшейся части и смотрим размер ножки, который нам нужен. Вот так будет достаточно. Завязываем узелочек. Надуваем вторую половинку. Таким же образом придавливаем пузырек и выпускаем воздух. Завязываем узелок. Все, теперь продеваем нашу ножку через туловище. Вот здесь продели. С другой стороны подвязываем вторую ножку. Хвостики срезаем. И поправляем серединочку вовнутрь.
вот так чуть-чуть придавливаем. Остается нам разрисовать клювик и нарисовать глазки. Берем красный маркер и разрисовываем клюв. Все, теперь рисуем глазки. Все. На этом у нас чайка готова. Вот такая красавица у нас получилась. Удобно использовать в морских тематиках. Украшайте свои праздники. Это выглядит очень шикарно. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока!